Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. С вами Саня Электрик, и я продолжаю выживать в Майнкрафте. Меня тут попросили сделать, чтобы было инвентарь видно. Где-то оно. Фейс. О, крупный. Ну ладно, хай будет крупный, и мне это мешать не будет. Итак, я хотел сегодня пробить дров. Или на охоту. Охоту или порубить дров. Уже как день или сколько там не играл. Ну, ладно, нарубить дров. Хоть что-то. После шахты отходим. Заодно и на охоту выйти. Тут. Мясник. О, достижение. Ага. У нас джунгли. Да ёпта. Будем еще кашель у меня остался, вот. Какой у них красивый дом, гады. Ну ладно, у меня какой-то страшный. Это наша шахта. Это вход в ту шахту, надо будет сделать вход. Да, я как раз хотел сделать вход. Если у нас будет вечно стоять верстак, он нам всегда пригодится. Четыре. Четыре, думаю, мало будет. Нужно подумать. Черт возьми. Итак, если начать... Вот точно, отсюда. Почему оно вверх ногами, а? Да, ты туп... Ты вообще... То оно вверх ногами, то оно не в ту сторону. О! Вот так мне и нужно было, но это уже за высоко. Да, вот видите, он что-то вверх ногами. Вверх ногами. О! Где-то так у нас. Самый лучший способ. О! Итак, тут надо все расчистить. Для этого мы возьмем землю, да? Так, палку возьму. Он надел палку, но все равно нам будет один булыжник. Две палки, один булыжник. Можно с земли сделать даже, я скажу. Зачем там тратить всякие? Можно с земли. И все. Так, вот здесь мы сделаем вот так. Это я сделал. Так, здесь у нас вопрос не решу.
Почему ты так стоишь? И что, вот такое нужно ставить? Да блин, ты дебильный. Дебильный эскот. О, ну наконец-то, блин. Все, мы сделали это. Мы сделали еще один вход в пещерку. Вот так вот водит у нас. Помпором. Все, можно возвращаться пока что домой. А знаете, здесь не помешало бы на пару дней и даже печка. А здесь будет и печка. Думаю, хватит. А здесь будет еще печка. У нас осталось, да, доски остались, не помешает один сундучок. О, как раз здесь был булыжник, земля, деревянные палочки. Всегда, как всегда, я какой-то не очень нужный. Вот. Давайте возвращаться домой. Так, заберем. Раз. У нас есть два ведра и седло. У нас есть уже 31 железо. Мы ложимся спать. Что же нас ждет сегодня? Меч возьмем, лопату возьмем, хлеб возьмем, кушать возьмем, ведро возьмем. Железные доспехи можно сделать, точно. Можно сделать ножницы. Ножницы, наши ножницы. Шапку. Да. Так, что же еще у нас? Как там? Нет. Это что вообще? Котел. Так? О, да. Еще вот так. Ну наконец-то я железный человек. Итак, у нас палочки есть. Сейчас мы сделаем палочки. Сделаем себе один железный топор, одну мотыгу и одну лопатку. Итак, сейчас мы с мотыгой пойдем. Арбуз, пшеница, тыква. Не знаю, как там делать другие, я сделаю по-любому. О, вода у нас есть. Так, покушаем. С ним будем огородом заниматься. Вот. Все, мы воду взяли. Мы воду взяли-то. Три ведра. Твою мать. Три ведра у меня. Сказал, что у меня три ведра. Вы видели этот глюк? Три ведра.
Так. Можно отдельно сделать огород. Но земля там есть или... Да, земля есть. Земля, элементы. Земля, элементы. Ладно, может так делают. Я не знаю. Толком я не знаю. Если что, подскажите мне потом. В комментариях. Да, подскажите, если что, в комментариях, как что делать. А то, может, я неправильно делаю. Наверное, тако. О, еще одна. А здесь у нас будет тыква. Черт! Второе. Третье. Это. Так, у нас осталось арбуз. У нас есть арбуз. Я даже это не знал. Мы как-то его получили. Может, я неправильно делаю. Я не знаю. Я не знаю, за сколько дней она растет. Все, мы сделали так, как я думал. Так, у нас пшеница, рельсы, грибы. О! Какао-бобы. Может, их можно посадить? Я не знаю. Попробуем. Так. Мы сегодня все попробуем. Эта серия будет называться «Все попробуем». Будешь... Не-не-не-не. Ты будешь расти у меня здесь. Вот. Все. Сейчас попробуем посадить какао-бобы. Нет, нельзя. Что с них делать-то? Ладно, потом узнаем как-то. Покажите, что с какао-бобо делают, я не знаю. Может как-то... Нет. Может их пожарить пока что? А, точно, может их как-нибудь пожарить. Так, нет, сюда. Сейчас мы это испытаем. Испытание номер один. Нет, ни хрена не происходит. Скажите, что делать с какао-бобами и как? Я не знаю. Лежите пока в сундуке. Ножницы, хлеб. Ту-ту-ту, перо, шерсть. Доски, забор. У нас есть забор. Ну зачем он мне? Что-то растет, что-то. Видим, что что-то растет. А ты плохо растешь. Но тебя портить я не хочу. Ой-ё. Зачем это я сделал? Ну ладно. Наверняка у чувака... Не, пшеницу пока что воровать у него не буду. Это еще рано. Так, что делаем с пшеницей? Как и как делаем? Я не вообще будем экспериментировать. Я не особо. Крафтер, наверное, и пшеницы не хватает. Нет. Печка. Может так? Сгорит. А забор спалить. Спать можно только ночью. Скоро мы закончим эту серию. Все-таки интересно, что за котел. Так, где железо? Сейчас будем экспериментировать.
Так, ни хрена. Как я тогда сделал? Какие-то пруты? Не то. Так, так, не так, так. Так, как-то. Так, так. Не. Что за котел, мать ваш? А, котел вообще. Так, ни хрена не получилось. Какие-то пруты. Агометка будет. Не, агометка еще рано. О, котел. Вот ты где. И что ты у нас делаешь? Может туда огонь вот. А, туда вечно на воду поставить или лаву, точно. Почему же я сразу не догадался? Бумц. Что, давайте пойдем по лаву. Точно, пойдем по лаву. Пошли по лаву. Я хочу в свой дом лаву. Если спалю, то это жесть будет. Идем все ниже и ниже. А, тут заблокировал проход, что всякие криперы не прошли. Черт, темно. Черт, я забыл факелы взять. О, мы куда-то идем. Непонятно куда. Вот мы где. Зачем я сюда пошел? Зара выход будем искать. Тьфу. Один факел. Вон, вижу там проход. Слышно зомбаков. О! А что самое главное, я без еды. А. Слава богу, уголь нашли. Дерево здесь есть, можно будет делать факелов. Итак, сейчас мы наделаем факелов. И как туда выбраться? Легко. У нас только пшеница. 16 факелов. На. Гравий. Так, пока есть шанс, можно брать рельс. Есть у нас шанс и прочее добро. Зачем делать, если можно вот сколько из всего. Ладно, наберем вироды. Почему он не берется? Возьми. Ладно, пошли отсюда.
Наконец-то еще мы в ловушке. Круто. А зачем? Так, а теперь вопрос, куда? Наверное, больше всего, мне кажется. Пока что остаемся, потому что здесь железо. Тут прозвучала мне музычка, будильник. Я его почему-то не выключил. Хотя уже я встаю без будильника. Бля, где выход? О, и железо, и лава. Ну что ж, добудем железо, берем лаву и закончим на эту серию. Вот так. Тебе вообще закрою. Ой, темно. Итак, надо спрятать бедро лавы, а то мало ли что. Фак. Да чё за... Уголь. Твою мать, блин, как везёт. То есть, блин, не зря я спустился в шахту. Пузырачка есть, если чё. Можно остаться на время. Свет. Так, вот отсюда пришли. Себе. С вами был Саня Электрик, это было выживание в Майнкрафт. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. Блин, как хорошо. Зуреет, уголь, хлеб. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Вот, я уже это, наверное, говорил. Не забывайте комментировать. И пишите ваши пожелания. До встречи!